Если вы еще не поняли, что будет происходить, то, ну, будет соревнования какие-то такие, не такие, или какие-то такие. Я думаю, понятно все будет, когда мы приедем туда. Фига у тебя очки обтекаемые. Спортсмен же, что ли? Я сейчас полечу просто на них. Лайков, я прыгаю голый. 10 лайков, и я тоже прыгаю. Короче, ребят, вкратце объясню. У нас сегодня контест на Вилла Вера скейт-парк от нашего любимейшего магазина 5041. У нас сегодня любители, профессионалы будут бороться. Квалификация, финал. И сегодня, кстати, даже будет бест-трик. Лучший трюк перила и лучший трюк... Какой там был? А, лучший трюк фанбокс. Да. Да, yes. Фанбокс. Поэтому следите, не переключайтесь, будем смеяться очень сильно и много веселиться. Будем очень сильно смеяться, пацаны. И девки. Как лучше стоять, вот так? Или вот так? Давай как в старых клипах. Вот так, в небо. Я прошу просто администрацию города, сделайте лифт до скейт-парка, я умоляю, я уже 5 лет хожу. Все, мы сейчас заходим в парк, сейчас покажем вам самых лучших райдеров в Сочи, которые вы уже видели в нашем прошлом видео, которое будет вот здесь. Смотрите. Дорогие товарищи, что возьмете и тогда... Здорово! Здорово! Диджей нашего прекрасного контента, за который нас забанит за авторское право. По-любому. Пацаны, давайте это, обзор диджея. Обзор диджея. Never ever have I changed on my niggas. Whatever weather, I'ma make it rain in this business. Put your chains on, show them that you cool. And look, nigga, this your theme song. Give you back that cash and them figures. Yeah, they did us wrong, try to turn they back. Then my nigga, now we going strong. Turning up some pass. Снимала? Мне кажется, кто-то не перепутал. Ребят, сейчас будет скутер-чек. У нас второе место занял этот человек в прошлом нашем видео. Да? Ты готов? Обзор самоката сделать? Да, да, готов. Давай. В общем, мой самокат состоит из таких запчастей, как доска эти Клинтворм V4, колеса дрон, не знаю какие, честно, и еще одно колесо Fusion. Также в моем самокате присутствует SKS Tilt, руль Etic, Трианонон, да. А грипсы? Грипсы? Зачем грипсы обрезать? Вот, ну, скажи нашим зрителям. У меня руль узкий, поэтому мне удобнее кататься на маленьких грипсах. Ну, теперь звук самоката. Вот сюда, хил, сделай. Чего? Вот сюда, хил, сделай наверх отсюда. Я улетел уже с хила. Так еще раз. Че? Ну на видос, ты пожалуйста. Мы сегодня все собрались в скейт-парке, у нас соревнования, день города. Хочу немножко сейчас ввести вас в курс дела. У нас уже закончилась регистрация на соревнования. Сейчас будут откатываться квалификационные попытки у АМ и профессионалов. С часу до 4 пройдет квалификация. У нас будет 1 минута по одной попытке. Следом будет финал. У каждого участника будет по 2 попытки по 1 минуте. Лучше идет в зачет. После этого будет общий бестрик. По желанию каждый, кто хочет, может участвовать. Будет бестрик на фанбокс и на периле. Будут утешительные призы. Также будут призы от наших спонсоров.
Комета, наш любимый 5041 Стор и также Министерство управления городом Сочи. Figure state plan, that was the escape plan, but I ain't investigating. That shit was a waste, man, but wait, I stopped the facing, cause shit just started erasing, but wait, it opened gates and it should just stop her raining. Oh, lady out the basement, on one floor where it's vacant. She feeling anxious to be out where it's dangerous. Okay, love how to change it, especially how I bang it. Okay, Jamaican Spanglish, she mixed up in a language. Hey, back that wipe me draining, just have it if you sang it. Okay, fuck that Birkin, she just needs some encouragement. Fix that attitude, she thinks she need a surgeon. Okay, I trust some gratitude, I put you in that altitude. Okay, it's stuck like madness, do I put you in that magnitude? Okay, I embrace a pussy, I'm not trying to embarrass you. Okay, I got a lavish crew, me chase a rock a day to dream me busy trap. I'm not a rapper, a lot I do, a lot I chew. A film director, helter skelter, off the cell, so like it's juice. Я бы, если участвовал, я специально пацанам фору даю. Я просто не хотел портить атмосферу. Потому что все понимают, кто первое место бы занял. Вот это пример просто человеческого поступка мужского. Да, портить вообще никому не хочу атмосферу. Ребят, в перерыве, пока у нас только что закончились аматеры, квалификация, мы сейчас играем самый быстрый Game of Scoot до двух букв. Такой невероятный Game of Scoot сейчас будет. Давай. Раз, два, три. Я начинаю. Я гадаю, 2 хила флэт. 2 хила флэт попытка! Жесткий заголовок, да. Невероятный. Я, давай, давай. Все, все, тихо. Ну, это победа была. Это была победная попытка. Победная попытка! И бань! Честно говоря, я когда делал пар набор на хил, тоже думал, что это жестко. Просто! Ну совсем чуть-чуть, да? Страшно, наверное, было. Дин, бань. Ну это так. Это бонусом. Во, лох, все. Не сделал трюк, лох. Свои эмоции. Мои эмоции насчет того, что я сделал борслайд. Не, я сказал, что у нас паркеры делают борслайд. Да, твои эмоции. 9. Все. Все офигенно. Все классно. Ты пил? Нет. Ну просто что пил? Камера не передается. Пиво пил. Итак, за лучший трюк на периле награждается Сёма Диш. Сёма Диш. Пацаны, это что такое? На фанбоксе, как мы помним, награждается за лучший трюк на фанбоксе Никсай Кирилл. Парень очень сильно наклепал трюков. За третье место вам Лазарас. Всем привет, дорогие друзья, сегодня мы собираем кастом бил. Макиченко Клим. Едь сюда, малыш. Он большой молодец, показал мужество и отвагу. Пожалуйста, грамоту возьмите тоже, пожалуйста. Ну и самое интересное, первое место в аматорах получает Ярик. Лазаревский парень. За второе место профессионалов награждается Гайдай Степан. Камеру. Что-то это такое. За первое место профессионалов награждается
Охотников Алмаз. Алмаз! Все, братцы, сумма! Это мой. А сейчас уже вон рвет умыться. Здорово, брат. Здорово, брат. Вот это два. Это сегодня поляну накроют. Если чемпионат России не будет выиграть в этом году. Это высокий уровень и мастерство. Шапчики. Все. Вот вы наклеечки подлетели. Ребята, всем спасибо за соревнования, всем хорошего дня. Алян, да, иди сюда. Всем пока. Камеру дай. Возьми телефон. Ребят, вы сами все видели. Спасибо большое 50-41 нашему любимому и Комета за этот контест. Бестрик был мясо. Аматоры сегодня показали, просто новые чуваки какие-то приехали, забрали свои призы. Про, я вообще отдельно момент хочу уделить Алмазу, который просто своей попыткой все закрыл. Вот по этой перили лично. Кто сделал? Вип. Опа, фирте на вип попытки. Это очень сложно попасть на это, поэтому, ребят, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите комментарии, что бы вы хотели еще какие влоги увидеть, потому что, скорее всего, следующее видео будет контент скейтборд. Короче, ребят, еще напишите, пожалуйста, в комментариях, что бы вы еще хотели видеть видос. У нас просто в магазине очень много разных новых поставок, новых деталей, которые мы можем для вас обозревать. Вот сейчас мы находимся в скейт-парке Вилла Вера. Может быть, если вы никогда не были в Сочи, никогда не видели эти скейт-парки, для вас не в новинку, но мы можем тоже покататься, тут сделать one day на вилле. Или на Цветном бульваре, это у нас стрит-плаза есть бетонная, на котором тоже мы можем сделать one day. На котором, кстати, прошлый видос Game of Scoot проходил именно в этом парке. Так что, ребят, комментарии открыты, пишите. Если видео с обзорами скейт-парка будут набирать много лайков, я еду в Новосибирск. И все. И все. А так, спасибо вам большое. Мы вас очень любим.